Всем здорово. Целый день меня сегодня мучили. Мучили, в мое удовольствие. Терзали. Загружали машину по самую не могу, и я еще не все забрал. Мне еще завтра приедет самостойка. Сегодня я забрал основные пигменты стойки, колорбоксы, потому что пока что спектрик я финансово просто не тяну, но возьму его чуть позже. Начнем работать, так сказать, по-старому. Так, чуть-чуть первоначальных расходников. Вот это все чуть-чуть вытянуло на сумму чуть-чуть больше, чем я планировал. Вот. Сейчас кратенько пройдемся то, что взяли, то, что нужно для первоначальной работы, но сразу по стойке. Александр, такая просьба. Начали копать сегодня обновление к стойкам. Нету пока что, нету первой части 16-го года. Может, у вас есть в Москве, если она есть, ну там валяется, то вместе с плакатом как-нибудь ее попозже прислать, чтобы я сразу сделал обновление боксу. Ну, это такое. Есть, нету. Нет. Что у нас идет? У нас получается очень-очень много пигментов, я еще не пересчитал, что-то там 60 штук. Колорбокс старого образца, я новый пока что, ну, как мне Андрей рассказал, он будет идти по цветам. Не хочу, мне удобнее по машинам пока что. А новый от старого отличается тем, что новый весь по, ну, цветам, там красный все, там серебро, все. Но мне удобнее по машинам. Будет неудобно, переложу все сам по цветам. А потом веера. Ну, по сути, тот же колорбокс, только полиграфия. Если тут открасы, то тут просто полиграфия. Ну, так к машине удобнее выйти, ковырять, искать то, что нужно первоначально. Обновление уже сказал. Весы. Сейчас их откроем, я еще сам не видел, что там. Ну, примерно представляю, конечно, что там, но не видел. Потом по расходникам. Расходников как бы много надо, потому что у меня, в принципе, ничего нету. Немного наждаков, к сожалению, сейчас в Украине. Вот Рема, что-то там проблема с поставками, с завозом была. Ну, выхватил то, что необходимо. Трем начали делать обозначение медиум, это файн. Ну, чуть поменяли свои обозначения. Попробуем, как они себя ведут в процессе работы, потому что есть некоторые жалобы на него. Если что, будем переезжать на колокс. Потом салфетки обезжиривающие. По-моему, по колоду. По-моему, могу ошибаться. Бухту не стал пока брать, потому что цена. Это как выглядят пигменты. Отдельно каждый пигмент здесь есть, как он выглядит, флип-флоп, при смешивании с серебром и так далее. Наждаки, ну это мелочь, там большую часть мне на склад пацаны подогнали уже. На первое время, я думаю, мне хватит 250 штук, 125 микрон. Было бы мельче, взял бы мельче, но, к сожалению, 90 микронных у меня сейчас в наличии нет, когда будут, возьму. Взял из понравившихся мне паст полировочных с визор. Я их попробовал один раз, они меня удивили, и они, в принципе, по цене довольно-таки приемлемые. Это у нас в Украине, в России их нету, этих паст. У них свои круги, свои салфетки, свои керамические покрытия, даже есть как-нибудь попозже, может быть. Говорю, чтобы там попробовать их взять. Ну, это опять же все в процессе. Но нужно, потому что пасты полировальные вообще никакой нет. Броня. Без нее никуда. Оранжевый скотч. Просто потому, что он оранжевый. Ящик тремовского скотча сразу взял. Потому что тремовского скотча много не бывает. Проставка 5-миллиметровая для кругов на машинку. Липких салфеток. Поскольку я недорогие взял, так сразу чуть с запасом. Штук. Колодовских распылителей, тех, которые подороже, у которых носик идет с бронзовой, по-моему, втулкой, вставкой. Они выдерживают любую гадость, даже растворители. Две штуки для того, чтобы залить туда антисиликон и обезжирку спиртовую. То есть мне работа с водой, мне нужна и та обезжирка. Шпатлевка с волокном и обычная универсалка, которая на цинк работает. Отвердос под грунтом клаком. Отвердос. Проявка, тоже без нее никуда. Самый последний момент вспомнил. Грунт. Гринти филлер. Это грунт-наполнитель, который работает под только перетирку. То есть мокрый по мокрому я сейчас, в принципе, и не брал. Он мне как такого и не нужен на этой машине. Ну, бахвое дело.
не нужен. Будет нужен наполнитель, мокрый по мокрому, надо будет брать автолеву. Взял 2,5 кило темно-серого. Где? Нет, это средний, короче, серый. Темно-серого банку одну и белого одну банку. Их можно смешивать между собой в любых пропорциях, получаем нужный нам оттенок. По поводу, как нужен оттенок, это там в каком-нибудь из дальше видосов покажу, есть таблички, все это удобно делается. Ковырялка, мешалка, без нее тоже никуда. Силер. Силер, это прямо жижа, просто уникальная, святая. Она будет фигурировать, не знаю, там, скажем так, в 100% видео, потому что возможности этого грунта просто великолепны. Я когда познакомился именно с силером этой фирмы, я понял, что колеруемая версия, которая один к одному колеруется базой, готова. Это уникальная вещь. Дальше покажу в следующих видео. Вошпраймер. Тоже кислотник, так называемый. Тоже нужен, потому что чистим все до голого металла. Пачка перчаток черных. Средние, те, которые до браслета доходят. Те, которые по локоть одеваются, не совсем удобны. Далее, что это у нас? Грунт по пластику двухкомпонентный. Это адгезионный грунт по пластику, чтобы сверху и на пластик я мог наносить вот эти вот грунты. Дорогая, еще лично не работал, не пробовал, но спасибо Александру, он меня в режиме телефона консультировал прямо на складе. То есть выбрали вот такую компоновку. Баллон для подпшикивания протиров. Перед покраской, там, перед грунтованием, неважно, он антикоррозионный. К сожалению, не было. Я попросил на заказ баллон Find Out, который для, короче, скрывать переходы по лаку. Тоже тема огненная, как приедет, будем показывать. Очиститель пластика. То есть после обезжиривания пластика еще есть вот такая штука. Идем дальше. Это гидроклин, короче, это спиртовая обезжирка. Это обезжирка, медленную специально взял, антисиликон, чтобы можно было пройти весь борт, завалить, уйти за салфеткой спокойно и прийти, он еще не испарился. Костюм подарили. И разбавитель, стандарт. Серединка, потому что сейчас такое время года, когда быстро еще не нужен, а медленный уже не подходит. Это на стеночку повесим. Коралл тремовский. И круг для снятия двухстороннего скотча. Тоже тремовский. Дорого, но реально работает. Там пару десятков наклеек разных. Что еще? Что еще интересно? Огромную пачку салфеток для обтирки, протирки, каких-либо действий черновых. То есть все это делается бумажными салфетками, потому что с ними проще и дешевле работать. То есть вот это вот две бухты вот этого стоят примерно как вот та пачечка для обезжирки. То есть то уже конкретно перед покраской и там перед чистовой обезжиркой для грунтования. Так, тут скотч. Ага, еще что взял, гараж. И вот такие штуковины. Офигенно сгонять, ну, мыть полы, короче, водой наливать все и очищать просто прям пушка. Ну, это опять же там, где плитка, там где ничего не царапаться. Давайте сейчас откроем весы. Мне прям и поставить даже некуда. Так, весы у нас идут в аренде. То есть я их не покупаю. Ну, это, в принципе, стандартные условия при покупке стойки. Покупаются пигменты, сама стойка, весы, программа. Это все дается в аренду на условиях, ну, там уже как договоритесь, на каких условиях пользования, там, объем закупки, какие-то другие условия. То есть это чисто зависит от компании. Так. Здесь, наверное, блок питания. Наверное. Мне уже программу на комп Андрей сегодня поставил. Это шнур для подключения. Опа. А, так я такие видел, они у них стояли на складе. Не знаю, надо, не надо. Инструкцион. Чаша. Она, наверное, вот так должна быть. Чаша и защитный кофр. Угу. Защитный кофр у нас имеет двухсторонний скотч. Его можно снять, и он приклеится.
наверное, не будем этого делать, я их еще закрою прозрачной пленкой и чашку тоже закроем прозрачной пленкой. Так, ровненько. Так, все это подключать будем чуть позже. Сейчас я просто распаковываюсь, посмотреть, перепроверю все по списку. Потому что на складе некогда было проверять, просто собрали и загрузили. Мне нужно будет досортировать Colorbox, чуть-чуть разобраться с программой, подключить весы к компьютеру, позвонить Александру, еще раз с ним тут все переразобраться, потому что, блин, вот все круто по материалу этой компании, но вот эти вот заумные, слишком сложные обозначения. К одному тому же грунту можно набрать там 45 разных отвердителей, 90 добавок. И в этом все надо разобраться, углубиться, брать техничку, читать. Поэтому созваниваться с технологом, благо, есть в этом плане поддержка, причем хорошая. И... Хотя это я еще набрал очень немного, прям в плане добавок и отвердителей. Тут получается два типа отвердителя, это к разным грунтам. И одна добавка, точнее не добавка, а отвердос в грунт. Ну, гринти филлер. В том случае, когда я буду работать им по пластику. Это, по сути, пластифицирующий отвердос. Такая вот штуковина. А так все, в принципе, очень просто. Никаких сложностей. Любой разберусь. Это еще не все. Где-то у меня документы к этому всему. Ну, документы в плане... А где я их принес? А я их, наверное, не взял. В общем, к этому всему еще есть документы. Таблицы, которые там повиснут рядом с весами, пропорции смешивания, рекомендации по применению вот этого всего, только само собой не на русском, а на английском. Ну, со временем, то есть я привыкну, выработаю свою тактику применения чего-то к чему-то, по которой, скажем так, мне все будет понятно, и я буду без такого... Без испуга в глазах смотреть на все это количество отвердосов. Хотя 2 года назад в Германии, когда мне прислали на тест еще больше материала, я когда вообще открыл коробок, я прям присел. Потому что куда, что лить? Но зато результат приятно поражать. Что, ждем подставку под... О, давайте же распечатаем. Ну, они, в принципе, все вот так выглядят. Но это разбавитель. Распечатаем хотя бы один... Хотя бы один коробочек. Может, интересно. Ждем подставку. Расставляем это все на места. Подключаем весы к компьютеру. Программку. У меня уже есть сегодня. Встречался с подписчиком в Киеве. Есть интересная машина с интересным сложным цветом. О! Да, малыши, карандаши. О, такие. И вот таких вот компонентов, ну, наверное, процентов 50. То есть это в основном какие-то такие добавочки и так далее. В литровых идут только вот разбавитель и основные самые ходовые компоненты. Все остальное мелочевки. По-моему, даже есть еще мельче какой-то компонент. В общем, уже есть интересные цвета, потому что бэха красная. Я, к сожалению, сегодня по ней ничего не сделал. Это несложный цвет именно в подборе. А вот хочется поколупаться с вот той красной Ford. Цвет фордовый красный. Там будет сложно и интересно. Надо будет делать выкрасы, надо будет включать мозг. Надо уже потихоньку тренироваться в отборе. О, тут чуть побольше. Все идет в изоляционных таких пенопластовых коробках. Первое, безопасная перевозка. Второе, они не боятся какого-либо там... Ну, к примеру, я приеду на склад зимой забирать, да, я его кину в машину, пронесу по улице, и ничего страшного с ним не случится. Такие вот дела. На этом все. Спасибо еще раз Александру. Лехлер, компания в Москве. Представительство тех, собственно, кто меня с этой компанией познакомил очень близко. Я вас еще подзатолбу там всех, потому что мне нужно будет... огромная помощь в подборе, в разбирании с программой и так далее, потому что, ну, будут в любом случае у меня вопросы. Ну и, конечно, колористика. Колористика – это клёши, я помню, я знаю. Надо только номер найти, чтобы дозвонить напрямую. Все, сейчас я это все буду раскладывать, убираться. И у меня на сегодня день уже закончился, потому что я приехал в 7 часов вечера домой. Всем спасибо,
Всем пока.